Всем привет, друзья! Хотим вам предложить вкусный рецепт сибаса с ароматным маслом. Чтобы не пересушить нежную мякоть, готовим рыбу целиком. Ее вкус подчеркиваем ароматом масла с каперсами, петрушкой и лимонным соком. Ингредиенты: 115 грамм несоленого сливочного масла, подтаявшего. 1 столовая ложка мелко нарезанных каперсов. 1 столовая ложка свежего лимонного сока. 1 столовая ложка мелко нарезанной петрушки. 4 сибаса весом 450-550 граммов почистить и выпотрошить. 1 лимон нарезать на 8 кусочков. 4 больших веточки розмарина. 3 столовые ложки оливкового масла. Соль. Способ приготовления. Духовку разогреть до 200 градусов. В средней миске смешать масло с каперсами, лимонным соком и петрушкой. Приправить солью. Оставить при комнатной температуре. Рыбу посолить внутри, выложить 2 кусочка лимона и 1 веточку розмарина. Приправить сверху солью. В большой жаростойкой сковороде с антипригарным покрытием разогреть 2 столовые ложки оливкового масла. Выложить 2 рыбы, обжарить на сильном огне до коричневой хрустящей корочки. Около 3 минут с каждой стороны. Переложить рыбу на лист для выпечки. Добавить 1 столовую ложку оливкового масла и повторить с оставшейся рыбой. Переложить рыбу на противень и поставить ее в духовку. Запекать 10-15 минут, пока рыба полностью не пропечется. Подавать целую рыбу вместе с ароматным маслом. Приятного вам аппетита!